Волнуешься насчет завтра? А что, завтра суббота? Нет. 1 сентября. Вот ебаный стыд. В этой школе... Тебе категорически нельзя учить детей. Хуже тебя педагога быть не может. Одна училка. Мне не нужна доска или класс, чтобы подавать пример. Чё это за хуйня, козлы? Кладет болт на все. Бля, чё тебе надо? Это марихуана? Нет, это лекарственная марихуана. А, тогда на здоровье. Привет, Элизабет. Может, перекусим где-нибудь? Ты все еще физрук? Ну да. Шел нах. Круто. Рад был. С этого дня задача номер один. Найти мужика, который будет обо мне заботиться. Приветик. Скотт Делакорт. Элизабет Холси. Я заменяющий учитель. Какие часы? Это Йегер Лекутер? Семейный бизнес. Мне так нравится, как у него глазки сверкают, когда улыбается. На лице бы у него поелозило. Этим летом. Так вы с женой переехали к нам в город? Я не женат. Только расстался с девушкой. У нее было большое сердце. Просто огромное. Если я оставлю большие сиськи, он сразу западет на меня. Но каждая сиська стоит состояние. И одну тоже не вставишь. Кто знает, вдруг тебе достанется премия. Блять, дура, какая премия? Программа штата, учитель класса, набравшего максимум очков, получает премию. Отныне здесь все изменится. Конец рецессии. Коламбия Пикчерс представляет. В этот уикенд мы моем машины. В прошлом году за уикенд подняли 6 косарей. За дело. Твою дивизию. Звонил отец Лоры Рисман, просил устраивать автомойку каждый уикенд. Чёрта с два! Кэмерон Диас. Кто ответит на вопрос? Давай ты, Джарабас. Джастин Тимберлейк. Я так волнуюсь, прям не знаю. В общем, мне кое-кто нравится. Ты тоже очень клёвый. Спасибо. Это Эми. Я слышала, она смертельно больна. Правда? Еблю терпеть не может. И Джейсон Сигал. Эй, алло! Слышь, Сумерки, я тебя как учил? Бей не в неё, а на вылет! Очень плохая училка. Эй, мудозвон. Альбом подпиши. Подержи, мудя. 7 июля в кинотеатрах.